Выставка картин дагестанского художника Гаджи Магомедова открылась в Москве. Уроженец села Мистерух Ахвахского района создавал эти работы на протяжении 3 десятилетий. Сейчас экспозицию заслуженного деятеля искусств представляют в центре Москвы. Все стало возможным благодаря труду Нины Ломоносовой, куратору проекта «Зеркало эпохи». Главной задачей проекта «Зеркало эпохи» является исследование творческого пути художника. Для меня, когда искусствоведа, было интересно изучение его работ с разных сторон. Следует отметить, что у художника его стиль отличителен от других. Он самобытен и в то же время преобладает академизмом. Почти всю жизнь Гаджи Магомедов прожил в родном селе, но даже это не помешало ему стать известным далеко за пределами своей малой родины. Он писал в основном для себя, был против званий, регалий и персональных выставок, стеснялся этого. Об этом рассказал один из организаторов проекта Таир Кулиев. Именно благодаря его неравнодушию вернисаж нашего земляка смогли увидеть немалое количество людей и из других регионов. Отметим, что выставка «Зеркало эпохи» будет проходить в библиотеке имени Екатерины Фурцевой до середины декабря. Вход свободный.